Здравствуйте, в эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Константин Онегин. Вторник, 8 ноября. На российском календаре День Сибири. Сибирь не просто неотъемлемая часть России, а место средоточия природной и ресурсной силы, а также духовной крепости. Своими истоками праздник уходит в конец 19-го столетия, когда император Александр III обратился с посланием к жителям Сибири, подчеркивая великое значение этой земли в судьбе России и пожелал ее народу процветания. Во вторник, 8 ноября, в Черногорске пасмурно. Температура воздуха днем -1, ночью -6 градусов. В Саяногорске пасмурно. Днем температура воздуха +1 градус. В вечернее время суток -3 градуса. Подобно метеокартина в Сорске. Днем температура воздуха -3 градуса. В темное время суток -9 градусов. В Абазе пасмурно. Днем температура воздуха +1. Ночью -4 градуса. В Абакане днем температура воздуха -2 градуса. В вечернее время суток -5 градусов. Ветер западный. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всем самого доброго. До свидания.